Пора ужинать. Но сначала я хочу выпить стакан яблочного сока. Это как раз то, что мне нужно. Выглядит аппетитно. Мой любимый. Этого должно быть достаточно. Я поставлю стакан сюда. Что же мне приготовить? Может быть, пиццу? Да, пиццу. А? Что это за шум? Наверное, показалось. На чем я остановилась? Снова какой-то шум? Подождите-ка. А куда делся мой яблочный сок? Это так странно. У нас что, водятся призраки? Моя кухня бросает вызов законам физики? Я не понимаю. Продолжай в том же духе, мама. О, еще. Немного тишины и покоя. Наконец-то я смогу спокойно почитать. Я с нетерпением ждала... А? Что это такое? Что происходит? Весь дом трясется. Нет, этого не может быть. Что угодно, но только не это. Дженна, не волнуйся. Мамочка тут. Ты в порядке, милая? О, я во что-то вступила? Во что-то очень липкое. Оно повсюду. Ew. Это сопли. Как такое вообще возможно? Я не понимаю. О, милая, мамочка здесь. Я плохо себя чувствую. На меня попало. Это так мерзко. Я ничего не могу с этим поделать, мамочка. Я сейчас вернусь. Быстрее. У меня есть лекарство. Ты будешь чувствовать себя лучше. Открывай рот. Не, ни за что. Я не выпущу соску изо рта. Это сложнее, чем я думала. О, а вот и самолетик летит. Аэропорт закрыт. Ладно, хорошо. Не дождется. Я так просто не сдамся. Ты должна выпить лекарство. И не спорь со мной. Он вкусный. Ты только что выбила у меня ложку из рук? Так и знала, что не надо было отдавать тебя на карате. Ты еще не знаешь, на что я способна. Это немного пугает. Мне нужно подкрепление. Доктор, мне нужна ваша помощь. Моя маленькая дочь не хочет принимать лекарства. У меня есть как раз то, что вам нужно. Спасибо, доктор. Я сейчас вернусь. Как я рада вас видеть. Деньги вперед. Надеюсь, это сработает. Сейчас проверим. Джина, смотри, что у меня есть. Я думаю, тебе понравится. А? Что это? Похоже на соску. Хочешь попробовать? Выглядит неплохо, да? Да! Дай сюда! О, мне нравится! Наконец-то она сможет принять лекарство. А? Нет, я не хочу чихать. Привет, Санни! Показать тебе кое-что? Привет, папа, конечно. Смотри! Круто, да? Как ты это сделал? Вот это да! Это не моя идея. О, я хочу попробовать. Дай мне, дай. Готово? А вот и пузырьки. Не может быть. Это самая крутая вещь на свете. Поп-поп-поп. Ю-ху, это еще не все. Пузырьков будет еще больше. О, как красиво. Вот, держи, попробуй. Вау, такая ответственность. Посмотри, я могла бы так играть целый день. Как он это делает? Подождите. Вот оно что. Это безумие. Я тоже могу так сделать. Хочешь посмотреть? Что? Нет, ни за что. Не делай этого, Санни. Слишком поздно. Я пытался тебя предупредить. Ах, мы все это делаем. Думаю, лучше пусть этим занимается наш малыш. Не так уж плохо пахнет. Ну да. Мамочка, посмотри на мой рисунок. Нет, посмотри на мой. Вау, вы оба такие талантливые. У меня есть два замечательных художника. Браво, это шедевры. Дайте мне посмотреть на них. Спасибо, милый. Вау, вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Эти рисунки нужно повесить на стену. Я хочу смотреть на них каждый день. Давай сделаем маме сюрприз. Хорошая идея. Ей понравится. Это моя лучшая работа.
Продолжай. Что дальше? Стол. Да, он скучный. Я вернулась. Что случилось? Привет, мама. Мой прекрасный дом. Тут ужасный беспорядок. Что вы наделали? О, что происходит? Это катастрофа. Поверить не могу. У меня есть идея. Да, я могу использовать пищевую пленку. Это решит все проблемы. Пора начинать. Я закрою все поверхности пленкой. Она будет действовать как защитный барьер. Я даже покрою ей стены. Теперь можно рисовать на стенах и столе. Это ловушка? Ладно, попробую. Мне нравится. Я называю это своим голубым периодом. Ю-ху! Не обращай внимания. А? Кто-то что-то сказал? Скорее всего, мне показалось. Это самый лучший день. Я не хочу, чтобы он заканчивался. Посмотри, мама. Ты молодец, зайчик. Фух, мне не нужно ничего переделывать. Эй, мы здесь что-то изменили? Мне нравится. Спасибо, мама. Пожалуйста, ребята. Ты самая лучшая мамочка. Где мои краски? Пика, пика. Ю-ху! Пика, пика, пика. Ладно, мне нужно перекусить. Где мои вкусняшки? О, здорово! Потрясающе! Отлично! Хочется чего-то сладкого. О, пика! Пора перекусить. Совершенство! О, хочешь? Эй, пс, там учитель! Учитель? Тот парень? Ура! Дай мне одну! Пика! Пика! Ты голоден, да? Оу, что случилось? Пика! 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 Вау! О, нет! Так грустно! Эй, потише там! А теперь сосредоточьтесь! Упс! Извините, сэр! Теперь слушайте внимательно! Хорошо, давай попробуем съесть вот это. А? Пика! Я так не думаю. Вы, мальчики, не слушаете меня. Извините. Есть на уроке запрещено. Приступайте к работе. Вот черт! Зато у меня остался леденец. Все не так плохо. Где ты это взял? О, спасибо. Вау, он розовый. Вау, я его уронил. О, нет. Пика! О, как ты мог так поступить? О, боже! Пика! Подождите, шоколад! Это мое спасение! Ага, слышите? Внутренний контейнер поможет сохранить леденец целым, но я хочу сделать его интересным. Та-да! Идеально! Да! Это я? Нет! Оу! Не волнуйся, Пика! Он защищен. Пика, пика. Оу, ура! Спасибо! Теперь все в порядке. Оу! До встречи, учитель! Ох! Ну ладно, урок окончен. Готовый весь день это есть. Мам, гляди, что я делаю. Как чудесно, милая. Мам, ну ты не смотришь. Дорогая, я пытаюсь читать. Гляди, как я высоко прыгаю. Вау! Лили? Я в порядке. Ничего себе. Погляди на себя. Ты вся в грязи. Нужно тебя почистить. А? Я отлично выгляжу. Ничего подобного. Стой смирно. Не тычь меня этой штукой. Пока. Лили, а ну вернись. Ты меня не поймаешь. Ау, поймала. Тебе надо принять ванну. Что? Ну уж нет, ненавижу мыться. Я знала, что так будет. Мне нужно отсюда выбраться. Постойте. Шоколад. Мой любимый. Чипсы.
Мне надо подзарядиться энергией. Нужно от нее оторваться. Эти пирожные выглядят супер. О нет, она уже близко. Я уже не в том возрасте. Может, не обязательно гоняться за ней? Есть план поумнее. Берем формочку для кексов, наливаем внутрь жидкое мыло. Дадим ему затвердеть. А затем можно добавить еще мыло. Нужно, чтобы вышло похоже на кекс. Добавим посыпку, чтобы он был как настоящий. Теперь вынем его из формочки. Уже видела. Нет, что еще показывают? Интересно. Эй, мама! Мам! Эй, посмотри на меня! Очень красиво, зайка. Теперь дай маме посмотреть свои передачи. Бонжур, мои гурманчики. У меня есть для вас кое-что особенное. Это восхитительное блюдо, которое побалует ваши вкусовые рецепторы. Это всеми любимая закуска – шоколад. Только взгляните. Разве может быть что-то лучше? Великолепно. Мне знаком этот повар. Мама никогда не веселится. Мне это надоело. О, это помада? Внезапно все стало намного интереснее. Наверное, мне нельзя, но... Что может случиться? Я буду такой красивой, прямо как модель. Эй, Жасмин, ты должна увидеть это шоу. Жасмин? Выглядит хорошо и на вкус тоже неплохо. Хочу еще. Нет! А? Что происходит? Нет, не ешь это. А, это что-то новенькое. Подождите, мне нужно поправить мои великолепные усы. Я создам для вас особенное творение своими талантливыми руками. Разломаем шоколад на кусочки, затем положим его на ложку. Держим ложку над свечой, осторожно нагреваем, пока шоколад не расплавится. Это не займет много времени, вот и все. Свеча нам больше не нужна. Теперь перельем шоколад в тюбик для помады, предварительно очищенный. Наполняем до самого верха. Не пролейте. После этого остается дождаться, пока он застынет. Кажется, готово. У нас получилась съедобная помада. У меня снова получилось. Я дарю ее вам. Она точно вам понравится. Лови! Вау, это было потрясающе. Ух ты, этот повар, несомненно, изобретателен. Можно посмотреть? Секундочку. Ух ты, выглядит как помада. Устоять невозможно. Эй, мам, давай ее сюда. О, точно, конечно. Вау, такая помада мне нравится. Надеюсь, на вкус она так же хороша, как и на вид. Была не была? Вкусно! Я могу есть это весь день. О, чуть не забыла. Ты прекрасно выглядишь, милая. Я думала, конец будет счастливым. Что? Мам, история должна закончиться не так. Пора спать, зайка. Я хочу знать, что дальше. Извини, Жасмин, завтра дочитаем. Прошу прощения, тебе пора спать. Смотри, кто у меня есть. Я недовольна этой ситуацией. Остается только одно. Истерика! О, мои уши! Я хочу узнать конец! Ой, что я наделала? Мишка, прости. Ты закончила? Мишка, он ранен. Все в порядке, милая, я постараюсь его вылечить. Это может быть сложнее, чем я думала. О, нет, это немного пугает. С ним все будет в порядке? Я работаю над этим, попробуем еще раз. Подождите, придумала. Мишутку ждет преображение. Отсоединим руки и ноги. Туловище нам не пригодится. Но его нужно чем-то заменить. Надо подумать. Точно, мне понадобится эта подушка. Но я на ней сплю. Теперь это Мишкина. Поверь, я знаю, что я делаю. Берем клеевой пистолет. Наносим клей по центру подушки. Этого будет достаточно. Теперь берем голову Мишутки и приклеиваем ее к подушке. Затем то же самое сделаем с руками. И, наконец, ногами. О, выглядит уютно. О, Жасмин, взгляни на это. Мишутка будет с тобой каждую ночь. Ух ты, Мишка, ты вернулся. Обними меня, я так скучала. О, она такая очаровательная. Ух, пора спать. Сладких снов, зайка. Ого, помедленнее. Что же мне надеть? Блёсткий беспроигрышный вариант. Мам, ты в порядке? Может, лучше так?
Иногда меньше, значит больше. О, все не то. О, мама играет в переодевание. Я тоже хочу. Это очень красивое. О, милая, выглядишь прекрасно. Я как модель. Смотрите. Шик. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Милая, у тебя талант. Это было так весело. Эй, это что, косметика? Это бы очень дополнило мой образ. Скорее бы показать это подружкам. Эва, куда она делась? А это сложнее, чем кажется. Немного румян. Я великолепна. Моя девочка так быстро растет. Подожди, дорогая. Все это надо смыть. Выглядишь как клоун. Что ты наделала? Мама, мне не нравится натуральность. Прости, но моя косметика не для игр. Может, мы придумаем что-то другое? У меня есть идея. Пришло время творить. Отрежем полоску от этого файла. О, Эва, прижми эту карту. Ладно, это странно. Поверь, тебе понравится. Обведем твой рот с помощью помады. А знаешь, этот оттенок тебе очень идет. Я хочу посмотреть. Так, я закончила. Я не уверена, мам. Попробуй вот этот. То, что надо. Очень подходит к моему цвету кожи. Прижмем пластик к губам. Вот это да! Так просто! Может, мне тоже стоит так краситься? Ну как мы? Восхитительный! Жду не дождусь нашей встречи с подругами. Давненько мы не виделись. Оу! Как больно! Дождь из грязных носков? Фу, гадость! Тут еще! Что происходит? Надо провести расследование. Нет, так не пойдет. Эва, почему по всему полу разбросаны носки? Я не могу найти второй розовый носок. Видишь, босая нога. А, ну да, это все объясняет. Позволь мне взглянуть. Он должен быть здесь. Я тоже его не вижу. Может, наденешь эти? Ты меня вообще знаешь? Хорошо, а как насчет этой пары? Ни за что. Эти тоже розовые. Стой, если подумать... И место в мусорном ведре. Прости, я тоже не могу найти розовый носок. Просто загадка. Подождите, я хочу кое-что попробовать. Я знаю, как сделать так, чтобы носки больше не пропадали. Мне нужны лишь прищепки и металлическая вешалка. Разрежем вешалку вот здесь. И начнем нанизывать на нее прищепки. Проталкиваем прищепки в нижнюю часть вешалки, распределив их по цветам. Затем склеим вешалку обратно. О, здорово получилось. Эва, смотри. Повешу обратно на вешалку для одежды. Теперь мне нужны твои носки. Прикрепим носки на прищепки. Я заинтригована. О, вот второй. Прикрепим его сюда. Дальше давай сама. Так, пары носков всегда будут вместе. А значит, ты их не потеряешь. Вот это да. Это как раз то, что мне нужно. Довольно умно, да? Классно, мама. Но розовый я так и не нашла. А, об этом я забыла. Мне жаль, но его больше нет. Придется смириться с этим. А вот и моя прекрасная семья. У нас ЧП с носками. Это же просто носок. Ты не понимаешь. Секундочку, что это на тебе? Мой носок. Я так и знала. Ты выглядишь глупо, пап. Мам, скорей. Я принесла попкорн. Так, думаю, мы готовы. О, это я еще не видела. Обожаю этот канал. О, мам? Можно мне еще? О, хорошо. Сейчас принесу. О, сладкий вкусный попкорн. Не так быстро. Подожди, пока я вернусь. Давай быстрее. Только посмотрите, он будто бы зовет меня. Нет, держи себя в руках. Но это такое искушение. Всего один кусочек. Я не могу ждать. Что может случиться? О, да. Еще, еще. Это самый лучший попкорн на свете. Привет, мам. Эва! Это не то, чем кажется. Как ты могла? О-о-о. Нет! Вау, это было драматично. Нужно все убрать. Мама не должна это увидеть. О, как много! Но у меня получилось. Попкорн везде забился. Я не успею вычистить эти крошки. Мама так разозлится. Хотя, это может мне пригодиться. Отсоединим соломинку вместе с крышкой и присоединим пылесос. Соломинка помещается в щель в задней части дивана. Работает! Она собирает все крошки. Попались! Как раз вовремя мама возвращается.
Веди себя естественно. Здесь не на что смотреть. Я принесла газировку. Что я пропустила? А? Что случилось с попкорном? Готова поклясться, ведерко было полным. Это так странно. Эва? А-а-а! Этого я не ожидала. Упс. Я уверена, что кемпинг находится где-то поблизости. Подождите, карта была перевернута? Эй, думаю, у меня будет красивый загар. В смысле? Вот же огромная красная метка. Найти ее бывает очень сложно. Серьезно? Мы... Дай мне минутку. Часы могут помочь мне составить правильный маршрут. Оу, я... Да, я знаю. Давай устроим привал. Мне нужно снять рюкзак. Вау, какой он тяжелый. Так гораздо лучше. Я всегда путешествую налегке. Нужно расстелить покрывало. Как интересно. Здесь так здорово. Я, моя дочь и матушка природа. Нам еще многое предстоит сделать. Нужно где-то сидеть. К счастью, у меня есть раскладной стул. Я никогда не выхожу из дома без него. Это так удобно. А, так намного лучше. Вот это жизнь. Может, присоединишься? Хорошая идея, мам. Я возьму свой стул. А, вот он. Нужно только потянуть за это. Что? Это было просто. What? Мне нравится. Круто, да? Ты в порядке, мама? Что-то я проголодалась. Мне нужно что-нибудь поесть. И побыстрее. Хм, как насчет хот-догов? Это идеальная походная закуска. Мне нравится эта идея. Я разожгу костер. Хорошо, что я взяла с собой спички. Или лучше следовать правилам старой школы. Да, раз уж мы на природе, действовать нужно соответствующе. Я видела такое в кино. Насколько это сложно? Подождите. Почти получилось. Чуть-чуть осталось. Не торопись, я пока все подготовлю. Вау, какие аппетитные помидоры. Скорее бы их попробовать. Ты любишь яйца? Неважно, я тебя удивлю. У нас будет пир на весь мир. Как дела, мам? Костер уже горит? Пока еще нет. А можно побыстрее? У меня уже в животе урчит. Хм, может быть, я могу что-то сделать? Нужно подумать. Я поняла. Я достану кое-что из рюкзака. А, вот и оно. Я спасу нас. Что это за штука? Сейчас я тебя удивлю. Я разобью яйцо вот сюда. Осторожнее, я не хочу, чтобы туда попала скорлупа. Теперь я возьму одну сосиску и засуну ее в этот гаджет. Остается только немного подождать. Посмотрим. Тебе понравится, поверь мне. Итак, пора доставать сосиску. Смотри, хот-дог в яичном рулете. Вау, до чего дошел прогресс. Давай поедим. Ммм, вкуснятина. Очень вкусно. Ты должна дать мне рецепт. Ты же взяла палатку, да? А-оу. Я ненадолго, милая. Мне нужно заехать в офис. Но я скоро вернусь. No. Я буду скучать по тебе. Ew. Мама любит тебя. Me. Пока, зайчик. Пока, мам. Я думала, что она никогда не уйдет. Это будет потрясающе. Я могу есть чипсы сколько угодно. И начну прямо сейчас. Я буду наслаждаться этим. Ммм, хрустит. Я всегда прячу конфеты. Мама даже не подозревает о них. Никогда не знаешь, когда тебе это понадобится. Ммм, так вкусно. Я могу есть это целый день. А я думала, куда же их засунула. О, да. Мне нравится. Я хочу еще. Хочу больше вкусняшек. Мне все равно, какими они будут. Я их съем. Я в раю. Это потрясающе! Впереди еще много интересного. Маршмеллоу! Ура! Они такие мягкие и воздушные. Я их обожаю. Да, да. Хорошо, что все закончилось. Где мои ключи? Джина мне откроет. Оу, мама вернулась. Мне конец. Мама будет очень сердиться. Джина, ты там? Открой дверь. Мне точно конец. Эй, открой! Подождите-ка. Мой слайм! Это решит все проблемы. Что бы я без тебя делала? Ну же, у меня мало времени. Джина, что там происходит? Скорее! Мне кажется, он делает это специально. Напряжение растет. Хорошо, это должно помочь. Пора навести здесь порядок. Осталось только убрать здесь все крошки. А слайм с этим отлично справится. Пау, все исчезло. Как по волшебству. Нужно действовать быстро. Кажется, это все.
Я теперь снова хочу есть. Соберись, Джина. Иду, мама. Эй, ты уже дома? Что ты делала? Я звонила в дверной звонок. Прости, я училась. Ох уж эта математика. Хорошо. Вау, посмотрите на это. Здесь чище, чем было. Да, я решила сделать уборку. Вау, спасибо. Может, мне стоит почаще уходить? Я удивлена, Джина. Большое спасибо. Подождите. Мне пора. Джина! Посмотрим. Хорошо, держи, Пика. Не хочешь? О, но это полезно. А вот и самолетик летит. Идет на посадку. Правда? Не может быть. Какой ты упрямый. Неплохо. Попробуй, хорошо? Не двигайся. Бэ! Боже мой. А ну-ка, открой рот. Воу, что ты делаешь? Прекрати. Апчи! О, у вас большие проблемы, мистер. Да? Кто теперь главный? Хорошо, у меня есть идея. Я его проучил. Эй, что это там такое? Опять эта противная овсянка. Давай. Гадость. О, не получается. Что мне делать? Бедняжке надо поесть. Минуточку. Вот оно, конечно. Видите эту ниточку вот здесь? Нужно прикрепить ее к кепке. Вот так. А теперь давайте попробуем. Я так просто не сдамся. О, мячик. Да, продолжай смотреть на него. Ага, вот так вот. Вкуснятина. Да, я сделал это. Можем продолжать. Правильно, открывай рот шире. Надо идти, здесь льет как из ведра. Ты в порядке? Тебе не холодно? Я думаю, немного прохладно. Тебе еще плохо, да? Вот, выпей сок. В нем витамин С. О, нет. Сейчас что-то будет. Я знаю, это произойдет. О, нет. Я падаю. Это было мощно. Прости. Фу. Фу, я не пролил сок. Но у нас нет света. Я проверю свой телефон. Ой, аккумулятор разрядился. Теперь у нас действительно проблемы. О, это не проблема. Держи, я все исправлю. Хорошо. Воу! Телефон заряжается. Вау, это невероятно. Еще немного осталось. У меня есть идея. Подожди, не оставляй меня одного. Алекс! Я понял. Мне понадобится это. И это тоже. О, еще одна. Мне нужны все лампы, которые я могу найти. Эй, Пика, смотри. Сделаем это. Итак, лампы на месте. Пика, за работу. Да, молодец. И еще кое-что. Теперь нужно и тебя зарядить. Так, интересно. Кофе и журнал. Идеальный отдых. Так успокаивает. Моя пижама. Я вся мокрая. Ты видела, как я прыгаю? Что ты делаешь? Почему ты вся мокрая? Ты пролила кофе? А зачем? Привет, солнышко. Привет, мам. Пока, мам. Все в порядке, все в порядке. Неужели она? Неужели он? О, боже! Испугалась? Упс. Да что ж такое? Ах ты! Куда она делась? Стаканчик газировки перед сном. Как приятно. Нет,
Не может быть! Что это было? Она где-то рядом. Нет, пожалуйста, не надо. Мне нужно спрятаться. Здесь она меня точно не найдет. Ух, я в безопасности. А теперь насладимся холодной газировкой. Попалась! Это так весело! Привет, мам! За что мне все это? Я просто хотела немного попить. Мам? Мам, ты в порядке? О, я поняла. Не волнуйся, мам. Я знаю, что делать. Мне нужен воздушный шарик и ножницы. Отстрижем верхнюю и нижнюю часть шарика. Натянем шарик поверх стакана. Вот так. Теперь не прольется. Наконец-то отмылась. Ох, просто сиди там. Вот, мама, твой лимонад. Для меня? Надеюсь, тебе понравится. Я тебя люблю, мам. Стой, не надо, осторожнее. Надо же, ничего не пролилось. Как здорово. Я тоже люблю тебя, милая. Доброе утро! Пора завтракать! Чудесная густая овсянка! О, я это есть не буду! Даже не надейся! В ней столько полезного! Куда она убежала? А ну вернись! Каша остынет! Прекрати это! Не поймаешь, не поймаешь! Эй, я здесь! Что же ты? Ну все, хватит! Надень вот это! Футболка? Я в ловушке. Мне это не нравится. Какие вкусные комочки. Самолет летит. Ням-ням-ням. Вот так. И почему я раньше не додумалась? Да где же? Уверена, я оставила здесь. Бабушка, я ищу свой iPad. Его нигде нет. Ты не видела? Ты ищешь что? Ох уж эти дети с их модными гаджетами. Мне нравится эта новая доска. Ты издеваешься? Мой iPad. Поверить не могу. Все окей, просто дыши. Бабушка, что ты наделала? А что? Я делаю салат. Какой хороший огурец. Закрой глаза, Лили. У меня для тебя сюрприз. С днем рождения. Вау, хаги-баги. А, спасибо, мам. Упс, мне нужно идти. Нет. Успела. Все могло кончиться плохо. Как же здорово. Не нужно мне было пить столько колы. Окей, я все. Давай играть, Хаги. Упс, не забудем смыть. Теперь ты мой лучший друг. Хаги? Нет! Держись. Есть идея. Просто нужны чистящие средства. Смешаем несколько цветов. О, смотрится хорошо. Так, что дальше? О, я знаю. Добавим пены. Покрою ей унитаз и Хаги. Это классно. Добавлю еще один слой. Но чего-то не хватает. А, нужен еще попкорн. И блестки, конечно же. Лили, ты в порядке? Она так долго не выходит. Нужно проверить. Лили, что случилось? Лили, я говорила тебе, сливай, а не проталкивай какашки. Это не то, что ты думаешь, мам. Это Хаги. Он застрял. Все хорошо. Я его достану. Видишь? Без проблем. Погляди на него. Выглядит и впрямь неважно. Но я знаю, как это исправить. Все будет замечательно. Соберись. Тут нельзя ошибаться. Приступим. Интересно. Да, я вижу. Нужно оперировать. У него разбито сердце. Уже не починить. Не беда, у меня есть запасные. Я их собираю. Но это уже другая история. Проблем тут быть не должно. Пожалуйста, Хаги, нужно тебя почистить. Скоро будет совсем как новенький. Я так волнуюсь. Готово. Операция прошла успешно. Это прекрасно, мам. Просто делаю свою работу. О, Лили! Мне нужно уединиться. Это может быть непросто. Придется потерпеть. Упс.
Полная ваза вкусных конфет. И все они мои. Привет, милая. Дай их сюда. Конфеты только после еды. Вот, съешь лучше сочное яблоко. Оно хрустящее. И скучное. Не хочу. Нет! Поймала. Лили, не делай так больше. Вау, это было так круто. Ну ладно, мне пора. Не так быстро, юная леди. Мне ничего хорошего не дают. Минуту, есть мысль. Думаю, тебе понравится. Что? В моих руках ничего нет. Но что-то есть у тебя за ухом. Как? Что такое? Почему я раньше не замечала? Неплохо, да? Давай попробуй. Значит, яблоко кладем сюда? И надо закрепить его вот этим. Теперь нужно сделать вот так и включить. Вау, погляди-ка, гаджет чистит яблоко. Ого, так быстро, глазам не верю. Прямо как гигантские спагетти. Вау, так завораживает, отличная работа. Пахнет здорово, это нам больше не нужно. Но, постойте, думаю, ее можно использовать. Пора сделать кое-что аппетитное. Кладем яблочную кожуру в кастрюлю и наливаем воды. Нужно, чтобы она совсем закрыла кожуру. Дальше насыпаем сахар. И немного перемешаем. Теперь дадим смеси закипеть. Еще немножко. Готово! Отличный яблочный чатни. Пожалуйста, Лили. Смотрится круто. Не терпится попробовать. Намажу ложкой на хлеб. Нет, есть идея получше. Намажем на яблоко. Это будет классно. Вау! Так здорово! Но ты знаешь... А, ладно, она хотя бы ест фрукты. А я займусь этими конфетами. Что-то... Отличный удар, Сани. Помни, спешить не нужно. Вот так! Попала! Ша-ла-ла-ла-ла! Вау, ну и публика! Время для соло! Зажигай! Эй, рыбка, рыбка! Подожди, у тебя клюет! Вытаскивай! Вау, она сопротивляется! Попался! Теперь ты водишь! Ты не сможешь меня поймать! Я не в форме! Вернись! Мне нужно присесть! Я уже не так молод! О, но мне было весело! Но это не страшно! Надень это, папа! Оп! Оп! Я буду просто наблюдать за тобой! О! Ах, да брось! Не сиди просто так! Папа, сделай что-нибудь! Просто дай мне минутку, Сани! Но папа... Подождите, нужно как-то ее отвлечь. А, что это? О, выглядит интересно. Я поставлю это здесь и все подготовлю. Мне понадобятся все мои фломастеры. Можно рисовать, но мне нужна модель. О, это может подойти. Я положу диск сюда, затем буду вращать его, пока не найду нужное изображение. Нет, нет, нет. Это не подходит. Я попробую другой диск. Интересно, что тут изображено? Вау, посмотрите на это. Животные такие милые. А, это то, что мне нужно. Нужно выключить свет и просто обвести изображение. Это очень просто. Получится великолепно. Я оставлю место для пятен. Теперь можно их закрасить. Нужно просто не выходить за контуры. Затем я обведу рисунок. Это так мило. Вот, все готово. Это идеально. Папа, посмотри. О, папа, проснись. Ну ладно, ему нужно поспать. Я нарисую что-нибудь другое. Ах, слон. Это может оказаться непросто. Какая интересная книга. Эй, дорогая, мальчики играют. Ах, посмотри на них. Хотите поиграть в веселую игру? Она называется «Уборка». Думаю, вам понравится. А? Это не похоже на веселую игру. Опс, что-то упало. А, посмотрите на этот беспорядок. Я же просил тебя пользоваться тарелкой, папа. Я так никогда не закончу. Ненавижу это. Лучше бы я был у стоматолога. Мы уже закончили. Это никогда не закончится. Это точно. Меньше разговоров, больше дела. Ну как? Подождите секунду. Все так же грязно. Что вы делаете?
все пошло не по плану. Подождите, кажется, у меня есть план. Мне бы пригодился скотч. Да, это может сработать. О, мальчики, не двигайтесь. Нам очень жаль, мама. О, все в порядке. Вытяните руки вперед. Доверьтесь мне, я оберну скотчем ваши руки вот так. Что происходит? Она окончательно сошла с ума. Будет весело, обещаю. Ага. Теперь я оберну скотч вокруг вашего тела. Не двигайтесь, это не займет много времени. Нужно только убедиться, что липкая сторона скотча находится наверху. Я думаю, что все готово. И что теперь? Прижмите скотч к игрушкам. Понял, мама. Вот так. Эй, вы только посмотрите на это. Он их собирает. Ты гениальная мама. Это так здорово. Это технологии будущего. Вы молодцы. Йоу, у меня голова кружится. Смотрите, я все собрал. О, что это? Я богат. Мне начинает это нравиться. Нужно собрать их все. Посмотрите. Я хочу это повторить. Воу, как много всего. Смотри, есть. Вау, как здесь чисто. Я так горжусь вами, ребята. Вы так усердно поработали. Думаю, вы заслужили угощение. Ух ты, класс. Подождите, а где мои усы? Это ищешь? Эй, отдай. Ха-ха, тебе все равно нужно было побриться. Против зова природы ничего не поделать. Да, но у нас хотя бы есть вкусняшки. Да, мы можем задержаться здесь надолго. Подождите, что-то происходит. Вот оно. Я закончила. Нужно не забыть вытереться. О, эта туалетная бумага такая мягкая. Ой, вернись. А, Жасмин? Ну, здравствуйте, я джин туалетной бумаги. О, ладно, это странно. Подождите. Спасибо, дружище. У меня есть кое-что для тебя. Смотри. Что это такое? Эй, зацени, и не нужно брать туалетную бумагу. Вода выполняет всю тяжелую работу. Щекотно? Теперь я чистая. Это помогло. Точно. Эта игрушка такая мягкая и приятная. Мой лучший друг. Ты делаешь меня такой счастливой. Мы будем вместе всегда. Какой прекрасный день для пикника. Эта шоколадная паста выглядит так аппетитно. У меня слюнки текут. Хочу ее попробовать. У меня для тебя есть кое-что вкусненькое. О, спасибо, мамочка. У меня разыгрался аппетит. Держи, милая. О, нет. Что ты наделала? О, это не то, о чем ты думаешь. Мне следовало это предусмотреть. Дай сюда. Но... это мое. Жизнь так жестока. Прекрати драматизировать. Нам нужно привести тебя в порядок. Хорошо, что я взяла с собой салфетки. Не двигайся. Слишком медленно. Мне просто хочется поплакать. Она слишком быстрая. Должно быть что-то, что я могу сделать. Подождите, что это? Туалетная бумага может помочь. Стоит попробовать. Сейчас. Что это за странное свечение? Скорее всего, мне показалось. Звали меня? Что случилось? Подождите. Мама, может, нам уже пора бежать? У меня есть кое-что особенное для тебя. Посмотри на этого малыша. Посмотри на него, он очарователен. Но подожди, это еще не все. Видишь? Мыльные пузыри. Вау, потрясающе. Это самая крутая вещь, которую я видела. Вот, пожалуйста, попробуй. Вау, и правда. Оставь себе. Спасибо, теперь я справлюсь. Мне нужно действовать быстро. До свидания, друзья. Вот, вау, он настоящий художник. Интересно, смогу ли я это сделать? Попробую позже. О, нет-нет, такое не надо делать. Вот так все чисто. Не забудь поесть. А, этот тест просто трата времени. О, вещь. Достань мне ответы на эти задачки. Да, вот так. Мне нужны все ответы. Быстрее. Почему ты так долго? Я жду. А? Что такое? Отлично. Теперь покажи мне ответы. А как насчет вон той задачки? Хорошо,
Наконец-то! Тест готов! Благодарю за помощь! Ух, так-то лучше! Вернемся к проверке работ. Здесь пятерка с плюсом. Точно двойка. Многие из моего класса сами не знают, что пишут. О, я устала. А, уже так поздно. Нужно закончить проверку как можно быстрее. Осталось всего несколько. А, о боже, какой жуткий сон. О нет, весь мой лоб в чернилах. А, теперь все это нужно оттирать. Надеюсь, ластик мне поможет. Секундочку. Кольцо мне пригодится. Нанесем каплю горячего клея на кольцо и приклеим на него ластик. Осталось только сделать на ластике букву, означающую нет. Вот, теперь у меня два кольца штампа. Одно для плохих отметок, другое для хороших. Получилось так удобно. Вернемся к работе. Берем листок и проверяем ответы. Тут ставим хорошую оценку, а здесь плохую. А тут опять отлично. А ну-ка поглядим внимательнее. Впечатляет. Оценка отлично. Вот и все. А, я так быстро справилась. Ого, я сэкономила уйму времени. Можно идти домой. Да, мы пришли на урок вовремя. Эй, вы двое! Хватит болтать! Начинаем контрольную. Ну да, контрольная. Хорошо, что мы готовились. Неплохо. У меня тоже есть маленькая шпаргалка. Мы точно ответим на все вопросы. Хм, чего это вы улыбаетесь? Подозрительно. Нужно просканировать комнату. Ха, так я и знал. У них шпаргалки. Тревога! Нарушение правил! Эй, ты и правда думала, что сможешь меня обмануть? Целая стопка шпаргалок, и ты их даже не прячешь? Как ты могла решить, что я не замечу? Но я тебя вычислил, и тебя тоже. Теперь держитесь. Что это у тебя здесь? Холодный кофе? Эй, минутку! Что ты там прячешь? Написано так мелко, достойно восхищения. Но это все равно шпаргалка. Я ее забираю. Нет, я не хочу получить двойку. Погодите, кажется, не все потеряно. Я и забыла, что у меня есть еще шпаргалки. Вот здесь. А мне как быть? Эй, что это у меня на ботинке? Жвачка. А что если... Можно просто прилепить шпаргалку к подошве. Вот так, надежно и незаметно. Теперь с ответами проблем не будет. Что происходит? О, ничего, я просто обмахиваюсь. Здесь жарко, а она занимается йогой. А, окей, кажется, все в порядке. Продолжайте работать. Ура, пятерки у нас в кармане. Давай, сумка, не отставай. Не могу поверить, я рассыпала все вещи. Что такое? Да ладно, как это возможно? Молодец, сумка. Ты отлично справилась. Время перекусить. Это я не очень люблю. Ау! В чем дело? Может, это яблоко утолит мой аппетит? Какое-то безвкусное. Ау! Опять? Да что ж такое? Осторожнее! Пить хочется. Оу, здесь больше ничего не осталось. В этот раз я поймала. Вау! Какая у тебя классная сумка! Она намного круче моей. Эй, можно? Я хочу сделать селфи с тобой и твоей сумкой. Ага, конечно. Давай. Ничего себе! У нее такая чудесная сумка. Я тоже должен попасть на эти фото. Эта сумка идеальна для школы, мисс. Поздравляю! Не могу поверить, что-то происходит. Одну секунду. Эта пластиковая бутылка как раз то, что надо. Приступаем к творчеству. Возьмем застежку-молнию и, конечно же, бутылку. Обернем это вокруг бутылки вот так. Расстегнем застежку, теперь можно сделать надрез на бутылке. Вуаля! Получился стильный пенал. Покрасим его серебристой краской и добавим языки пламени. У нас вышла ракета. Откроем пенал и вставим свернутый лист в плотной бумаге. А теперь пора положить внутрь все мои ручки и карандаши. И не забудем вкусняшки. Пару сладких батончиков.
Теперь застегиваем, и все готово. Пора похвастаться моим ракетным ранцем. Мой ранец смотрится круче ваших, и я в любой момент могу подкрепиться. Эти ракетные двигатели оправдали мои ожидания. Плюс мне очень нравятся твои... Оу! Прости, мне нужно идти. Эй, можно посмотреть твой рюкзак? Такое прикольное пламя. Вау! Ого, не поделишься сладостями. Супер! Оу, так много внимания. Это чересчур. Ужасно. Нет. С меня хватит. Отойдите. Что такое? Пока-пока, школа. Не может быть. Куда она делась? Улетела в космос? Вау, это точно был лучший ранец на свете. Что ж, может, мой тоже кое на что способен. Ранец, доставь меня в космос. Здесь так тихо и спокойно. Мне очень нравится. Ладно, нужно положить вещи в шкафчик. Эй, ты! Иди сюда немедленно. Плохо дело. Так, мне будет нужен телефон. Телефон! Нет! Держу! Ты написала на двойку! Нужно что-то делать! О, кнопка заморозки времени работает! Теперь я смогу все исправить! Прежде всего, тест! Двойка? Ну уж нет! Как насчет пятерки с плюсом? Может, добавим и другие изменения? Теперь у нее усы. Очень смешно. Окей, теперь разберемся с тобой. Он такой милый, хочет поймать мой телефон. Нельзя, чтобы он ушибся. Итак, телефон. Вау, круто, он завис в воздухе. Но тебе место не здесь, а у меня в руке. У меня есть ободок для волос. Он похож на пружину. Отломим вот этот кусочек. Ты пригодишься для телефона. Нанесем на чехол немного клея. Приделаем еще несколько кусочков, чтобы кругом были пружинки. Да, вышло просто идеально. Так, пора разморозить время. Эта отметка никуда не годи. Постойте, здесь пятерка с плюсом. Оу, я что-то напутала, извини. Муа. Ты тощая, слишком тощая. Откуда ты взялась? О, мой телефон. Вот он. Да. С ним все в порядке. Да, он отскакивает от пола обратно мне в руку. Эй, привет! Вот это видео! Класс! Внимание! Сегодня у нас контрольная. Каждый из вас должен положить свой телефон вот сюда. Ты знаешь, что делать. Клади свой телефон. Молодец! Окей, теперь ты. Гаджет в коробку, пожалуйста. Ладно, ладно, держите. Я знаю, что у тебя есть еще телефон. Это еще не все. Да знаю я. О, их не так просто найти. Наконец-то. Благодарю за сознательность. Ты следующая. Пожалуйста, сложи сюда все телефоны и гаджеты. Гадство. Без них мне не написать этот тест. Мне нужно получить хорошую оценку. А не то будут проблемы. Мама мне задаст жару за двойку. Она очень не любит плохие отметки. Кричать на меня будет. Что же мне делать? Надо успокоиться. Ха! Кажется, есть выход. Да, это должно помочь. Нужно просто отстричь несколько рядов. Теперь берем ручку и помечаем пупырышки цифрами. Дальше мне нужен этот маленький блокнот. Вот так. Я заменила обложку блокнота поп-итом. Да! Я смогу использовать эту штуку вместо калькулятора. Это очень помогло мне с задачками. Итак, время вышло. Пора сдавать работы. А ну-ка, поглядим. Невероятно! Ты решила все задачи. 5 с плюсом? Да! Мама будет так гордиться. Не терпится увидеть ее реакцию. Ура! Вот и она. Привет! Мой прикол сработал безупречно. Оу, ха-ха. Это было так смешно. Ты настоящий пранкер. Я должна разыграть ее в ответ. Так, что у меня есть под рукой? Оу, как насчет этих мятных конфет? Снимем верхнюю часть, а теперь возьмем точилку. Все готово. Можно снова надеть корпус. Хорошо. А сейчас возьмем палочку от мороженого. Пока все идет отлично.
Сверху нужно приделать пластик. Кажется, все на месте. Только добавим кусок ткани. Обернем его вокруг прозрачного пластика. Супер! А теперь желтая ткань, вырезанная таким образом. Обернем ее сверху там, где ластик. Хорошо, что я все измерила. Детали идеально подходят друг к другу. Теперь добавим эти глазки. И ротик. Какая милая улыбка. И, конечно же, не забудем посыпку. Зацените. Мило и практично. Можно точить карандаши. А, да. Отличный результат. Пора привести в действие мой хитрый план. А? Что она там делает? Она что-то ест? Эй! Вау! Дай мне это! Ты же знаешь, как я люблю такие штуки. Теперь и ты купилась на мой прикол. А, твои зубы! Это был классный розыгрыш. Дай 5. Да, круто. А что бы сделали вы, если бы могли остановить время? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями, поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.